can. Смотрите, кто к нам пожаловал. Капитан Гайл, давно не виделись. Наконец-то два лучших в мире бойца встретились вместе. Аплодисменты! Грязный интриган. Что ты сделал с Кеном, а? Так. Рию, я искал тебя. Но тебя не так-то легко найти, поэтому мы взяли на службу Кена. Отпусти его немедленно! Рию! Что они с тобой сделали, Кен? Неплохо, да. Благодаря моему вмешательству теперь твой друг идеальный убийца. Его будет нелегко победить. Нет, нет! Кен, сопротивляйся! Побереги силы, мальчик, они тебе понадобятся на поле боя. Его единственная цель — твое полное уничтожение. Ни за что! Он мой друг! Бизон, я вырву твое поганое сердце, мерзавец! У меня его нет. Знаешь, Гайл, зло — это прекрасное качество. Очень много возможностей. А? А вот пример моей силы. О, друг, это невыносимо. Я должен убить этого проходимца. Привет, а ты кто? Я встречающая сторона. Рад познакомиться, друг. Привет, капитан. Вы еще не утратили намерение вырвать мне сердце? Я готов к бою. Кен, ты не узнаешь меня? Кен! Остынь! Это же я, твой лучший друг! В чем дело, Кайл? Думаешь о друге, которого я убил? Попробуй еще раз. Солнечный взрыв! Не смей уходить. Мы еще не закончили. Это безумие. Неужели ты не понимаешь, что ты марионетка? Тебя заставляют драться. Приди в себя. Yeah!
Очнись! Посмотри на меня, Кен! Это настоящий бой! Скажи мне, кто я? Рию. Да. Жалкий, ничтожный мальчишка. Остановись! Кен! Уйди с моей дороги! Ты же считаешь себя героем. У нас есть возможность проверить, насколько хорошо твое легендарное мастерство. Я презираю тебя. Много слов, мало дела. Не волнуйся так за своего друга, скорее всего, он уже мертв. Тебе не удастся сломить нас. Я пошел. Как быстро время пролетело. Скоро и я уеду отсюда. Береги себя, приятель. Не забывай меня, друг. Увидимся, когда судьба снова столкнет нас вместе. Брось свою бродячую жизнь и стань солдатом теневого закона, или я тебя уничтожу. Ни за что! Я не собираюсь становиться преступником! Ха, очень хорошо. В тебе еще остался боевой дух. Вот эта сила. Убирайся с дороги! Глупец! Ты уезжаешь? Да. Мне не хочется уезжать, но я должен. Наши тренировки лишь часть твоей подготовки. Наступит момент, когда ты встретишься с противником, и чтобы победить его, тебе придется подняться над собой. Подняться над чем? Сенсей, я не понимаю, что это значит. Объясните, пожалуйста. Сенсей! Я тебе объясню, щенок. Что это? Что со мной было? Я ничего не помню. Мои ноги, они не двигаются. Самолет. Все верно. Меня привезли сюда на военном самолете. Бизон, я все вспомнил. Я оторву тебе голову. Бизон! Рию! О, Боже! Дыхание. Что еще? Дисциплина. О!
Сосредоточь разум. Очисти душу. Следи за целью. Сконцентрируйся. Цель. Не потеряй ее. Будь готов к неожиданному. Сосредоточься. Разум и тело едины. Достигай спокойствия через движение. Объедини дух и плоть. Направляй энергию. Сосредоточь разум. Очисти душу. Освободись от злых мыслей. Отдели темноту от света. Разум и тело едины. Родись заново. Гармония через знание. Определись. Гармония через эмоции. Создай свою судьбу. Гармония с небом. У силы учись нежности. Сила побеждает через нежность. Кен, что ты шпирит своим кулаком? Кен, пробудись. О! Судьба. В чем дело? Устал? Может, мне закончить? Ты жив? Привет, старик. Как дела? Обнимемся позже. Сначала нам нужно кое-что сделать. Ха. Давай-ка выбросим мусор. Да! Я вижу, вы оба готовы принять смерть от моей руки. Прекрасно. Это ваш последний бой! Вперед! Очень забавляете, я должен заканчивать игру. У меня еще много дел, весьма важных. Раз, два, три, и вам конец. Еще никто не мог победить меня. Я явно недооценил его. Бизон! Кен, давай! Удар дракона! Давай покончим с ним! Ого!